қазақстандық жанкүйерлер Ернұр Қирахметовке барынша қолдау көрсетуде. Сонымен бұл бәсеке де басталды. Тәжік балуаны сыртқа, клепті сыртына шығарып тастап, бір ұпай алуға ұмтылуда. Ернұр бәрін бақылауында ұстап отыр. Әзірге таразы бастен. Бір жарым минутты уақыт өтті. Қазір төрт тағынға түседі. Мирза Раджабов. Мұны жақсы. Айналдыру керек, айналдыру керек. Әй, тамаша, тағы да үш пай толығымен. Төрешті масық бетті ау деймін. Клемін шетіне шық бетті деп жатырға айтпегенде мүмкіндік беру керек еді. Әрі пай үшін айқасы өте шиеленісіп жатыр. Бірінші минутта бірінші кезеңде мына мәреге таяп қалды. Фидахметов алда келеді. Сонымен үзіліс, үзілісті көрейік. Отыз секундтан кейін не өзгеруі мүмкін? Завершился первый период схватки полуфинальной с участием казахстанца Ернура Фидахметова, 25-летнего борца из Восточно-Казахстанской области. А это его соперник, представитель Таджикистана. Самый молодой, кстати, участник в этой весовой категории, Фирус Мирзураджабов. Ему только 20 лет исполнилось. Он чемпион Азии 2019 года среди кадетов. Тот турнир, кстати, в Казахстане проходил. Серебряный призер чемпионата Азии среди кадетов 2018 года и бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов 2019 года. Ну а теперь Мирзураджабов уже пытается утвердиться и на
взрослом уровне, хотя, еще раз повторю, ему только 20 лет. Но он уже приезжал к нам в Алматы на серьезный мужской турнир. Это был отбор на Олимпийские игры. В прошлом году в Алматы проходили соревнования. И тогда Мирзо Раджабов выступил, в общем-то, достойно, занял третье место. Сейчас он тоже претендует на то, чтобы занять третье место. Но пока уступает Мирзо Раджабов. 1-3. Вот теперь получил он балл за пассивность Фидахметова. И в партере оказывается наш борец. Очень важный, наверное, ключевой эпизод этого поединка. Удастся Фидахметову. И это удается ему, между прочим, потому что так и не успел Мирзо Раджабов выполнить захват. И судья поднимает стойку обоих борцов. При счете 3-1 в пользу Фидахметова схватка продолжается. Фидахметов в этом году уже успел выиграть подобный рейтинговый турнир в Турции. Нет, это Ернар выиграл, а Ернур не выступал. Вернее, выступал, но это третье место он занял на тех соревнованиях. Ернур в этом году стал бронзовым призером чемпионата Азии. Это очень хорошее достижение для нашего спортсмена, который раньше, если брал медали. Вот он был, кстати, 2 года назад еще и серебряным призером. Нет, да, проиграл, но за бронзу. Далхани Иранцу. Так что для Фидахметова бронза этого чемпионата Азии — самый громкий успех на взрослом уровне. По юниорам он брал бронзу на чемпионате мира. А вот теперь уже Ернур отметился и в соревнованиях среди взрослых борцов. Ну, тяжело приходится обоим спортсменам. Мирзо Раджабов пока не очень хорошо понимает, что ему делать. Пока так чисто физически пытается выдавить с ковра Фидахметова и получить за это 1 балл. Но Фидахметов сопротивляется. У него был очень интересный поединок в четвертьфинале против своего брата Ернара. И ту схватку Ернур завершил досрочно, выиграв со счетом 10-1. Перед этим Фидахметов выиграл у соперника из Индии в квалификации и далее проиграл в полуфинале Насарпуру Иранцу. Проиграл со счетом 4-9. Мирзо Раджабов выиграл у Абдыкерима Уулу из Кыргызстана. В квалификации затем проиграл Насарпуру. Проиграл чисто 0-10. Получает 1 балл Мирзо Раджабов. Аплодисменты Фидахметову. Сейчас дождемся окончательного решения судей, потому что Мирзо Раджабов, я так понимаю, не согласен. Возможно, там даже челлендж будет. Но этот челлендж должны попросить тренеры таджикского борца. Так, вроде никакого сигнала с их стороны не было. Вот здесь устоял, все-таки заступил. Ну, там секунда оставалась, когда заступил Ернур за пределы ковра. И поэтому этот 1 балл, который получил Мирзо Раджабов, он роли не сыграет. Но действительно челлендж сейчас просят тренеры таджикского спортсмена. Ну, видимо, рассчитывают на то, что им удастся каким-то образом отсудить этот балл. Челлендж не срабатывает. И таким образом Ернур получает 4-й балл. Еще должен быть 4-2 итоговый. Но вот пока на табло... Да, вот меняется счет 4-2. Фидахметов выигрывает эту схватку. Выигрывает со счетом 4-2. И становится бронзовым призером рейтингового турнира Кубок Булата Турлыхана. Молодец Ернур, выиграл молодого и такого очень неудобного соперника.
Давайте посмотрим тот бросок, который, ну, по сути, Ернуру и принес победу, потому что вот за этот бросок он получил 2 балла, повел 3-1 и сумел удержать это небольшое преимущество. Ну а другая бронзовая медаль отправится в Узбекистан, поскольку разыгрывали ее 2 узбекских борца. Бахромов и Юсупов. Ну вот призы за 3-е место. Бронзовые кубки вручаются Ернуру Федахметову. Мухаммад Кадыр Юсупов, 23-летний борец из Узбекистана, также получает все, что предназначается занявшему 3-е место борцу. Ну а первые 2 строчки здесь занимают иранские борцы. Серебряная медаль, серебряный кубок вручается Насерпуру. Чемпиону Азии 2020 года, весовой категории до 55 килограммов, чемпиону мира и Азии среди юниоров. Насерпур впервые выступает в весе 60 килограммов. Ну и победитель Али Риза Ниджати, участник Олимпийских игр в Токио. Тогда он, правда, проиграл в первом же круге Армену Меликяну из Армении. Ну а после этого, в том же 2021 году, Ниджати выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира. Самый же крупный его успех – это бронза взрослого чемпионата мира, завоеванная в 2019 году. Тогда у борца из Узбекистана Ташмурадова выиграл Ниджати схватку за 3-е место. Ну и у него также есть медали юношеских чемпионатов Азии, чемпионатов мира. И вот теперь золото Кубка Булата Турлыханова. И таким образом второй раз за сегодняшний вечер под сводами Дворца спорта в Алматы звучит гимн Ирана. Ислам Иран, Республика Сан-Мемлекеттік Әнұраны.